20 минут о красивой жизни, интересных людях и событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». День рождения любимого салона одежды – повод не только для шопинга, но и для приятного общения. Год работы отдела «Роман К» отметили показом сезонных коллекций. В числе приглашенных была и съемочная группа «Beauty Time». Быть молодой и красивой, соответствовать тенденциям и отличаться от других – к этому стремится большинство современных девушек и женщин. Этому же стараются соответствовать магазины, отделы и салоны одежды. Роман К, год назад открывшийся в Челябинске, занял нишу экстравагантного, но при этом практичного стиля на основе классики и спортшика. Прошел год, и мы очень рады, что этот год был успешный для нашего салона, что мы нашли здесь очень много новых клиенток, женщин разного размера, разного возраста и разного темперамента. Поэтому практически любая женщина, не боящаяся экспериментировать, всегда найдет в нашем салоне то, что ее порадует именно сегодня. Здесь представлены такие коллекции, которые нигде не найти. Вот в основном здесь, конечно, ярко выражен спортшик, что мне очень нравится, я сама люблю это. И еще немаловажно размерный ряд. По случаю дня рождения состоялся показ свежих коллекций. Деловые, неформальные и вечерние образы подготовила стилист Татьяна Малеева. Мы представим одну капсулу в сочетании бордового и серого цвета. Многие не очень любят темные оттенки, такие как черные, не знают, на что их поменять. Вот мы им хотим предложить такой вариант – поменять на бордо и на серые цвета. Следующая капсула у нас будет цвета хаки. Тоже это для достаточно смелых и стильных девушек. Там представлено сочетание необычных фактур в таком цвете. Это тоже для многих будет интересно, я думаю. Мне очень это нравятся комплекты. Следующее любимое мое сочетание – это черное-красное. Как можно одевать черный, чтобы он всегда выглядел на вау, чтобы ты всегда приходила, на тебя обращали внимание. Ну и в преддверии Нового года мы не могли упустить вечерние наряды, которые мы также сегодня хотим показать девушкам, чтобы уже они заранее задумались о том, в чем они будут отмечать Новый год. Одежда универсальная, то есть я могу и на работу что-то себе найти, классическое, строгое, а могу и что-то на вечеринку, то есть клуб, может быть даже в ресторан, это вечернее платье, то есть здесь от теплых вещей, причем здесь есть обувь, что меня очень устраивает, и плюс какие-то, может быть, топики, маленькие вещи, то есть и еще и плюс аксессуары. Пока хожу, присматриваюсь, в общем, все очень нравится, все стильное, модное, все в тренде, классное. Все-таки здесь вещи подобраны настолько с душой, настолько с любовью, которые подойдут абсолютно всем. Без разницы, носишь ты романтику, спорт, даже если ты классика, вот строго классика, тебя здесь могут так приодеть, что ты будешь не просто классикой, а еще и чуть-чуть вот с такой вот игривой классикой, скажем так. Ценители оригинального дизайна находят здесь смелые решения. Девушки консервативных вкусов выбирают привычные цвета и силуэты. Ведь сколько бы ни было одежды в гардеробе, все равно время от времени хочется чего-нибудь новенького. Для того, чтобы выглядеть молодым, ухоженным и подтянутым, совсем не обязательно тратить много времени и испытывать боль и дискомфорт. Современные инновационные методы эстетической медицины позволяют добиваться результатов за короткий период времени и без дополнительной реабилитации. Одну из таких методик сегодня представляют наши эксперты.
нам увлажнить кожу изнутри, нам нужно хоть как-то в нее проникнуть. Если мы не готовы пока что делать инъекционные какие-то методики, то есть мы можем без повреждения кожных покровов ввести гиалуроновую кислоту, микроэлементы, аминокислоты, витамины, все, что нам нужно для метаболизма в дерме. В эстетической медицине есть методики радикальные, исправляющие видимые недостатки, а есть уходовые и профилактические, которые улучшают цвет лица, состояние кожи и внешний вид в целом. Альтернативой сывороткам и кремам, работающим на поверхности, и уколам, вызывающим травматизацию и стресс, становятся высокотехнологические методики, в их числе безинъекционная мезотерапия. Мы используем швейцарские технологии, это наносомальные, липосомальные сыворотки. То есть в чем тут смысл? Мы, не прикасаясь к коже, с помощью манипулы, из которой идет сверхзвуковая волна кислородная, с распылением этой самой сыворотки. То есть мы внедряем эти молекулы через кожу и получаем эффект высокого проникновения. То есть если мы иголочкой при биоревитализации заходим где-то на 3 мм вглубь, то в данном случае 3,5-3 мм мы получаем за счет именно вот этой технологии. В арсенале доктора несколько вариантов различных сывороток и мезококтейлей, которые подбираются в зависимости от возраста и состояния кожи. Сама процедура длится около получаса. Чувствуем, да, воздушная волна, она такая, в общем-то, не страшная, приятная, да? Никаких болевых ощущений нету. В данном случае мы не получаем травматизации на лице. Процедура приятная, даже получаем еще лимфодренажный массаж. То есть у нас и микроциркуляция улучшится, и проникающая способность хорошая. После этого у нас нет реабилитационного периода. Мы не ходим с покраснениями, с папулами, с какими-то раздражениями на лице. Мы отсюда уходим и можем эту процедуру использовать как флеш-процедуру перед каким-то мероприятием. Или, если это нам необходимо, то есть вот быстрый эффект получить. Это как раз будет процедура выбора. А для того, чтобы здоровый цвет лица и эффект увлажненности был продолжительным, необходимо пройти курс из 6-8 процедур. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Роман К. Не просто салон стильной женской одежды и аксессуаров. Это модный уголок, где вам не только помогут создать стильный запоминающийся образ, а сделают ваш шопинг в атмосфере хорошего настроения. Теперь нас легко найти. Роман К. в ТРК «Фиеста», второй этаж, рядом с «Бургер Кингом». Академия наращивания ресниц «Премиум Бьюти» представляет пятый турнир «Grand Lashes 2018». Разыгрывается 30 кубков и один гран-при. Юбилейные медали и призы каждому участнику. В рамках турнира также состоится бьюти-пати, конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона. Узнать подробности и подать заявки на участие можно в официальной группе Grand Lashes 2018. Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Благотворительный музыкальный салон, формат знакомый челябинской публике, на этот раз был посвящен теме джаза. Несколько ярких моментов вечера с комментариями главного героя, музыканта Чарли Армстронга, прямо сейчас. Обо
обаятельный Чарли Армстронг, гость третьего благотворительного салона Юлии Жаботинской. После фортепианного вечера Юрия Розума и литературно-музыкального спектакля с Ольгой Кобой и Ниной Шацкой салоны заняли свое место в культурной и светской жизни города. Достойная публика, камерная обстановка и особая эмоциональная составляющая делают такие вечера уникальными. Мне нравится выступать для небольшой аудитории, потому что мне нравится общаться с людьми во время выступлений. Можно увидеть настоящие эмоции людей, потому что если им не нравится, то можно сделать так, чтобы им понравилось. А когда ты выходишь на большую сцену, ты слишком далеко от аудитории. И мне нравится быть на такой площадке, как у вас. И я не буду стоять на одном месте, я буду ходить по залу, буду заглядывать в лица людей. Чарли Армстронг в последние годы живет в Европе, а выступает по всему миру. Но именно к русской публике музыкант относится с особой теплотой и трепетом. И эта симпатия взаимна. Я предпочитаю русскую аудиторию, потому что они открытые, искренние, дружелюбные и добрые. У меня было много концертов по миру, было много в Европе. Там люди холодные, они просто сидят и будто слушают радио. Что я узнал о России? Это то, что люди любят реально слушать. Они чувствуют ритм, наслаждаются, иногда даже пытаются петь с тобой. Джаз, блюз, соул и фанк. Его кумиры – Луи Армстронг, Майкл Джексон и Джеймс Браун. По мнению Чарли, старая школа – это основа и творчества, и профессионализма. Я предпочитаю такие направления музыки, как джаз, блюз, соул и церковное пение. А современные стили мне не по душе. Я думаю, что молодые исполнители всегда должны обращаться к основам музыки. Сейчас как происходит? Есть бит, и они сочиняют тексты, но это должно быть по-другому. Нужно взять основу, внести в нее что-то свое, а еще должна быть страсть. Только так получится что-то по-настоящему красивое. В детстве на меня никто не давил, поэтому я свободен от рамок в музыке. Я думаю, что лучше для детей это не давить на них, не заставлять их, не толкать их в поп-музыку, дать им найти направление, в котором им будет комфортно. Так они раскроют свой талант. Если я хорошо играю на клавишах, а меня заставляют играть на гитаре, так что дайте мне тогда играть на клавишах. Может быть, я подумаю о бас-гитаре, но важная вещь – это следовать своему сердцу и давать свет всем людям. Я хочу сказать всем детям, что какая бы мечта у вас ни была, никогда не сдавайся. И чтобы люди не говорили о вас, не думайте об этом. Потому что когда вы знаете, кто вы есть, продолжайте свой путь и не переставайте мечтать. Несмотря на всю торжественность события, атмосфера была теплой и дружественной. Живой звук, завораживающий тембр и позитивная энергия магически действуют на зрителя. По итогам благотворительного салона собрано более 700 тысяч рублей. Все средства на поддержку талантливых детей фонда «Андрюша». Шалапенс, I love you. Julia, I love you. Just the way you are. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Если 4-6 лет назад стилисты рекомендовали носить костюмы по частям, комбинируя с чем-либо только верхнюю или только нижнюю часть, то сегодня в моде костюм в своем классическом варианте. Дизайнеры предлагают сеты как с брюками, так и с юбкой. Спортивный тренд, популярный в последние сезоны, также находит свое отражение и в костюмной теме. Отсюда комплекты с лампасами, жакеты на молнии и другие идеи.
Костюм для отдыха – это не столько тренд, сколько эстетическая потребность современной девушки выглядеть стильно в неформальных ситуациях. Отсюда дизайнерские решения из трикотажа и других комфортных материалов. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Туроператор J-Study. Предлагаем обучение за рубежом по системе «Все включено» по направлениям, курсы иностранных языков, бизнес-обучение, каникулярные программы для школьников, поступление в зарубежные университеты и средние учебные заведения. 751-42-62. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Второй сезон проекта «Танцуй в компании» выдался более масштабным, а также креативным. А все потому, что участники этого года, хоть и представители серьезных профессий, но с огромным творческим потенциалом. Нетанцующие люди рискнули заниматься, рискнули выйти на паркет при огромном количестве зрителей. У нас сегодня зрителей больше 150 человек. Конечно, это очень страшно, они волнуются. Но, мне кажется, самое главное, они с этого паркета выйдут другими, более уверенными в себе, более раскрепощенными и более счастливыми. Визитка, конкурсная программа и домашние задания. Все три выхода были исполнены настолько профессионально, что явного лидера заметить было очень сложно. Нам было очень непривычно в течение месяца учить столько танцев, но мы каждый день ходили на тренировки, и нам очень повезло с нашим руководителем. Это было незабываемо, и мне кажется, такой шанс представляется раз в жизни. Конечно же, мы хотим победить. Вне зависимости от того, я думаю, что мы победим, скорее всего, над собой, над своими какими-то комплексами даже, которые у нас были. Мы не умели танцевать, здесь немножко научились. Прежде всего, над собой победа, действительно. В принципе, мы с нуля. Мы пришли, два прихлопа, три притопа. Ну, теперь мы чувствуем себя звездами же, уже на шестой, всего лишь седьмой раз тренировки. Ой, мы на 100%. Мы уверены прям в своей победе. Ну ладно, даже если мы не победим, все равно... Тут же самое важное участие, важен этот месяц, а это уже, конечно, такая вишенка на торте, это мероприятие. Среди дизайнеров, художников, общественников, представителей администрации и глянцевых издательств самыми сильными оказались медики. Хип-хоп. Я до этого никогда не танцевала хип-хоп. Он очень интересный, ритмичный, достаточно широко амплитудный, и это очень тяжело было исполнять. Ну, мы падали, подскальзывались, естественно. Очень много было у нас интересного. И как уже было отмечено, главное не победа, а компания. А здесь собрались только лучшие. Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. Ну, на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта: модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.